Ныне народный депутат, а ранее журналист, известный антикоррупционными публикациями Сергей Лещенко, зовет горожан поучаствовать в акции протеста под Верховной Радой. Демократическая оппозиция и правые возмущены незавершенностью ряда реформ. В первую очередь отсутствием в Украине антикоррупционного суда. По их мнению, НАБУ и антикоррупционная прокуратура не могут эффективно работать в таких условиях. Ведь в обычных судах дела разваливаются. Мы не можем оставить наш антикоррупционный дом достроенным наполовину. Что происходит у нас? Существует антикоррупционное бюро. Это абсолютно уникальный феномен, которого не было на постсоветском пространстве нигде, и которого на самом деле в будущем, я уверен, будут точно так же исследовать там страны, которые будут идти по пути борьбы с коррупцией. Но для того, чтобы антикоррупционное бюро заканчивало свое расследование, для того, чтобы оно не было просто дискредитировано отсутствием результата, необходимо создать независимый суд, где люди, которые воруют деньги из бюджета, получили приговор. Три основных требования, которые сегодня выдвигает фактически вся страна к нашему парламенту. Это антикоррупционный суд, это ограничение депутатской неприкосновенности и новый закон о выборах по открытым спискам. Акция состоится 17 октября под зданием украинского парламента в Киеве. Аналогичные акции, но менее масштабные, пройдут в других крупных городах под областными государственными администрациями.